Школьники призывают новосибирцев соблюдать правила дорожного движения. Воспитанники лицея номер 176 раскрыли в троллейбусах специальные плакаты. Юные инспекторы нарисовали их сами. Я сегодня в автобусах прикручивала правила, чтобы все пассажиры смотрели на них и понимали, что вот это вот нельзя делать, это надо делать. Рисунки расклеили в троллейбусах 24-го маршрута. На плакатах и правила этикета, и правила безопасности. Школьники еще раз напоминают пассажирам то, что они и так должны знать и выполнять. Не мусорить, уступать места пожилым людям и держаться за поручни. В прошлом году в Новосибирске произошло 116 аварий с участием общественного транспорта. Это почти на треть меньше, чем в 2016-м. Сотрудники госавтоинспекции надеются, что детский призыв убедит взрослых быть более ответственными, а значит, ездить в троллейбусах и автобусах станет приятнее и безопаснее. Мы надеемся, что она поможет, и пассажиры будут обращать внимание на данную социальную рекламу, потому что она как бы необычная, оформленная непосредственно самими детьми. Поэтому надеемся на то, что она призовет пассажиров соблюдать правила дорожного движения. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!